Виктор подъехал к нашей лагерной столовой. Вот лагерь. Он, брат Никита. Показываем, брат. Да, все. Мы же уже тут выгружаемся. Да. Все нормально? Все нормально, брат. Открывай сестру нашу. Живана там нет. Эту ставь, эту. Брат, ты на даче поставить машину так, чтобы вот это было моей раздачей. О, замечательно, так и все. Ничего, да, вот это, Митя, это будет расплескалось. Моей раздачей открывать. А, ты прямо отсюда? Прямо отсюда. А зачем мне на пыль ставить? Ну, конечно, я все подумала. Разбился у нас чайник. Понятно, он самый жидкий. Нужно, давай. На, Никита. Еще пригодится. Вон в баке вода, целый бак воды. На, держи. Давай мне это подай, тряпочку. Это на свой платок мой. О, детишки наши идут. Я первым пришел. Молодец. Я первым пришел. Надежда Васильевна, это Фросе не говорили, чтобы она в баню шла? Нет. А кто из бани сейчас? Там кто-то остался, нет? Фрося, нет, все помыли. Сказать ей сейчас. Да ты что на стол взял? Так. Когда дети клочей, тут есть свое прерогативное место. Что значит перегративное? Которое, то есть, только его, что ли? Особое место, да? Да. Вот это вот только его. Давай. Надежда Васильевна, все, можете в баню идти. А, ну все тогда, ладно, отдыхайте. С Богом. Всему свое время. Что ты сейчас-то кричишь? Мы уже перед обедом. Что тут? Вон они идут. Вон Тараси. Там покосили. Колется. Продолжение следует...
приехал. Ну и вот, мы здесь. Сейчас будут палатки постелены. Ой, это перфоратор вообще здорово пригодился. Значит, надо доски там скреплять, проволокой. А, подбурить. Дырки сейчас стал делать. Ну, они просто нарастают. Там шканты-то как блоки, поэтому этими самыми 6-5 не, шканты-то, шканты-то можно было бы делать. А как пеноблок? Тоже буришь. Все. Он же бурит. Он бетон бурит, а уж пеноблок-то. Ну, там он же рыхлый, он не прочный, это же не дерево. Ну, ну да. А проволока, я считаю, лучше много стяжек сделать. Так. Коля, уйди оттуда. Ты не зачем там стоишь? Уйдите с дороги все. Кто-то суп разливал, кто-то подает хлеб. Все лошади просто. Смотрите, ботинками проще обувши. Туда не заходите даже. Это называется маломочница. Я маленько травы себе постелю. Вот это угол. Рося, Рося, это все ложки, да, которые есть? Вроде да. Ты распредели еще сюда, на этот стол. А, вроде, да, а, посчитай, сколько у нас здесь народу. Вот я без понятия. Плюс и деревенский еще должен подойти. Ну, конечно, как он пропустит такое мероприятие? В данный момент 25. Все, Фросик. Фрося, там у Игнатьева еще это. Фрося, должна быть алюминиевая ложка большая. Замени где-то. О. А Романа-то приглашали на обед? Кого смотришь? Кого пример берешь? Винтись сюда. Игнатьев, Романа-то приглашали на обед? Так он же тут был. Винтись, а. Был, я проезжаю мимо, сейчас ему крикну, смотри, не опоздай. Без воды, когда остались, может, это повлияло на него. Я пришел в воды, почему? А вот на баню. Тут один тазик, а раздели на три части. В одной самое грязное свой, другой уже готово, как было слышать. Тебе тазика хватит. Ты же видишь, один котел. 40 человек. Ну, ну никак не добавляют там и вес. Ну. Тарас, уйди, уйди, не ищи приключения. Они не прерывают. Не уроните. Вы мне хоть скажите, еще когда остановиться-то, дети. У меня рука не держит. По-моему, дали только хлеб. Только вы уроните, можем все. Нормально? А это чего? Смех. Смех, вот она тут там чувствует. Чего бы не дозволили делать? Ты делай серьезно, не для бога. Съездил? Мало.
собеседование. Да, три минуты. Я звал. Я сказал, что звонили. А ребятам надо было хлеба поменьше. Взрослым вот много надо было, а им по два кусочка. Первый стол у нас взрослый сидел. Землю стряхнуть так. В сторону на стол полетит. На их 58, на моих. 58? Ирина со Степой идет. Батюшки был? Да. Виталия не видел? Был он там, и его жена пошла на исповедь. Жена что? Пошла туда. Даль, может пряники в конце, беседу. Там чашки некуда ставить. Давай пряники в конце. Три часа уже. Три часа, все, на молитву. Шапочку снимай. Потом обедать, давай вот сюда вот. Вот так. Вот смотрите, впереди нас крест специально. Вон впереди крест, видите, вон крест, между столбами. Видите, нет? Вон он крест, такой крест установили. Молимся. Господи, слава тебе. Владыка наш, благодарим за милость и щедроты, явленные к нам. Хвала тебе. И освяти дары свои в истинной молитве, напомни о днях благодеяния. Положи нам на сердце поступать, как поступал Израиль, исшедший из плена. 1600 лет они исполняют повеления твои, соблюдая праздник Кущи, и живут на природе, и в городе, и на селе. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Нас Бог вывел из городов, из разных. Вот Израиль, и два дня, 1600 лет, и ни один год не пропустили. Шарахаристые деревья ветвями украшают на крыше. Я в городе, ну, крыши такие, а плоские. А для чего это нужно? Чтобы помнили, не забывали. Вы были странниками, ходили в пустыне. Ну, мы и так помним. Нет, так мы не помним. От обычного приюта, от своих холодильников, оторвитесь, поживите. Так же ветер дует, пыль, и никто не заболеет от этого. Я все удивляюсь. Израилю был дан закон. В году обязаны были
и там являться три раза перед лицо Господне все мужское население. А как же враги-то знали про праздники? Ни разу никто не напал в это время. Какая причина? Или перед ними стояли стены, перед... враги нападают сейчас в Корчинске, говорят, а мы про вас все знаем, что вас на вещи не охраняют и дома без замков. Ну, вся Корчина бросилась, вначале у нас хватать ничуть не бывало. Они знают и никого нету. А первый год было, вот ехать заправлять газовый баллон, вышел, баллона нету. Все алюминиевые, которые лежали в решетке, все смели. Вы кастрюли на улице не оставляйте алюминиевые. Не надо искушаться. Мы получили благодать от Господа. Из городских квартир выехали сюда. Это не день, не два, 45 лет. 45 лет мы здесь переходили с места на место, пока Потеряевку не начали восстанавливать. 19 лет мы меняли место свое. 19 лет шатры наши двигались с места на место. Мы очень похожи на Израиль. У Израиля был стан. У нас лагерь стан. Стан — это временная остановка в пути. Не все, говорит, дойдут до цели, но мы должны это помнить. И Бог дал повеление такое — выйти из квартиры, праздник кущи. У нас веток наломали и пошли домой спать. А вот один раз откушаем здесь. Один раз посидим здесь. Вспомним дела дивные Божьи Израиля. Эту благодать Он даровал нам. Ребята пришли, работали здесь. Никита старался. Я тут еще раньше приходил, всю крапиву выкорчевывал. Вон кущи какие тут. Но она быстро растет. Итак, садимся за стол без разговоров. Как всегда, сначала мужское население. Будет место поплотнее. Сестры сядут. Давайте. Я помогу, мне лошадь идет. Господи, все помолил нас. На палатку, больше не заходите. Или разуйтесь. Все. По славу Божию ешьте, заходите. Гостей в первую очередь покормите. Илья, садись Шесть человек может сесть. Шесть. Шесть кушать.
что палатки нет. Куда нам съесть? Они говорят, там палатки нету. Палатки нету. Поднимите руку, у кого нет тарелки. А у всех? У девочек. Ага. Мам, 4. Тут чашки-то стоят уже. Ливия, Ливия, чашки-то стоят. Посмотри по ним, по чашкам. Пошли на траву. Идемте, коротышки. Вон туда на траву. Вот еще брат пришел. Спаси Христос. Я вот, да, просто не стал. Мне надо давать, мне, понимаешь? Я уже забыла телефон взять, поснимать. А, поснимать-то? Все уже записывается, да. За маму. Да, опять за папу, за маму, да. Мы ждем.
Степ, будешь есть? Бегом. Что? Чашка, не бегай, Фрося, потом на обратном пути. Брат, где ты ешь? Почему? Ну как я хочу, сегодня суббота, у меня поста нет. Иди. Я стараюсь собраться, иди. Ну смотри, что без обиды. Грешная, грешная. Платочек выпал. Сестра, платочек. Горят на четвертый счет. Пленник, да? Все раздали. Пряник это и есть четвертое. То есть ничего больше. Игорь, будешь класс? За рулем. Ну как сидится? Хорошо. Хорошо.
солнышко, ветерок сегодня. Тарас, едешь давай, не отставай от сил. Вот если отойти в сторонку, то видно будет крест. Вот он высокий, 6 метров, нет, больше, 8. Вот. Дайте я запивать что-то. Дайте какой там компот, водички. Так, вы садитесь, место освобождается. Да уже спать, покушали уже. Я быстро вышел. Израиль не 1600 лет, это от Моисея до Христа. Настоящие израильтяне празднуют праздник Кущи 3600 лет. Плюс еще 2000. И вот они проводят целую неделю. Или сколько там дней надо посмотреть. Ну, не так, что поели и домой пошли. Они там спят на лоне природы. Так, кто поел, быстренько выходи. Чашку покажи и выходи. Не смакуй. Дай другим место. На землю не садись. Ты запачкаешься. Поднимись. На славу потрудились. Есть что будет вспомнить. Это для нас праздник Кущи. А вот столбы где вряд ли будут. Это в Корсе. Вот там на пути. Костер. И вот крест там стоит. У меня лошади катаются. Точно так же. У нас везде стоит. Утром точно так же стоит крест. Восьмиконечный православный крест. А там дальше он зелень, видны лага, остатки потопа. Вот взлетают гроши. Сыпали, чтобы ничего не пропало. Ну как? Понравилось? Вот, видишь, как хорошо. Анфиса, находи место, садитесь там, подадут сейчас. Она уже поела. Поела. Да как же так быстро? Прося, косточку мне сюда не собирать, траву из этих крапиву выплескивай из кружек. Я вот травы вручную нарвал, сел и все, никакой палатки не надо мне. Ну не каша есть, отвернись, кому это нужно-то? Вот это отойди по крапиву, по каше. Люди едят тут, а ты подошел тут. Чего ж ты такой бестолковый? Вон отойди подальше, чтобы это никто не видел. Сядь там и сделай, что тебе надо. Вот тут, видать, даже коров наших. Не вижу, видать или не видать. Шалаш.
шалаш. На 30 человек шалаш. Свободно. Спать могут. Ну, опасность представляет, поэтому. Так, вы сами садитесь за стол. Туда ребятишек берите, поедите там. Идите. Освободилось место. Что ты делаешь? А зачем ты это сделал? Вот понимаешь, вот это идиотические выходки. Вот сидит грязь, пыль, забуровил, дальше ничего не отвечает. Может сейчас полную шапку грязи на стол высыпать. И притом совершенно нормальный парень. То есть вот такие выходки, бычьи какие-то. Это быки так делают. Зачем ты сейчас там запылил? Уйди оттуда. Больше никогда близко не садись. Тебя земля смущает, ты все время землю роешь. Вон, рви руками крапиву. Вон, подойди, вырви вот этот куст весь. Ну, нарви больше крапивы. Не бойся, садись, рви ее всю. Это очень полезно. Болеть не будешь. Это массаж. Сидит, засыпил, руку зарыл в землю. Такая пыль пошла. Это бык порос, когда найдет, где-то он ногами бузует и поднимает пыль. А какое объяснение? Он молчит. Никакого. Просто не думает. Вырви все весь этот куст. Не могу. Можешь. Не могу. Льготы себе не имей. Склонись на землю и рви. Пошел прятаться. Не могу. А пылить можешь. Показать тебе, как рвать. Ты не знаешь, как? Подожди, под ноги-то зачем кидаешься? Тут же дети пойдут. Вон туда, брось дальше-то. То есть совершенно все бездумно делает. Вот как животное какое-то. На. Я ему покажу, как рвать надо. Смотри. Что вот ты стоишь? Гляди. Ну, гляди. Трава. Теперь гляди. Травой я обкладываю. Все, ничего нету. Дальше начинаем. Трава чистая. Я ее оставлю здесь. Дальше гляди. Что дальше идет? А, вот она есть здесь. Хорошо, тут же опять травой ее охватываю. Вот она пошла. Ну, дальше что? А вот еще одна. Травой вместе. А вот она, крапива растет. Да нужды никакой нет. Вот она. А это что? Да тоже крапива. Смотри, прямо вместе с травой. А я не могу. Рви. Не пыли. Ты любишь землю, пыль пускать в глаза. Зайди с той стороны, покажи его. Полным ростом. Я только начал. Смотри, сколько сразу вырвал. А ты по одной сядь на коленке. Начинай бузовать ее. Что, опять пыль пускал? Кто не обедал еще? Кого уже кар? Обслуга. Костя, у нас здесь послуга. Thank you.
требуется. А теперь что, остатки туда забить? Вон туда, дай-ка сюда. Это вон туда. Там никто не ходит. Видел Илья? Руками нельзя было взять, это действительно на кейс хватит. Так, за стол. Проходите. Все спокойно. Давайте. Проходите место. Покажите, где сесть. Вы там покушаете, дадите. Нет, не покушай, садись, ешь. Ты еще все время меня перебиваешь. Посуды нет. Нету, все нормально, стой. Сейчас я... Вот они. Возьми, пожалуйста. Посуды нету. Так. Ты его зарядила? Сколько вас человек? Два. Два. И на твоих посуды нету. Все. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Я вам выбрал, вы сами не умеете. Помоешь еще, еще вы на кухне помоете. Так, да полоснуй, дай маленько. У нас хватает посуды. Тарелки-то есть чистые. Давай, 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 чистого нету, давай. Вы сказали слово чистого нету, а теперь перебиваете. Давайте. Зачем? Хорош. Теперь компота не будет. Теперь... Компота не будет. Да. Еще одна ложь. Третья ложь добавилась. Нет. Все, наливайте первое, второе. Налили им уже. Садись, они тебе им, налили. Им уже положили. Так, ешьте, садитесь. Компота где не хватает? На, Тихоныч, все нормально. Не надо все. Меня отталкивать. Не надо. Ненормально. Сказали нету. Я доказал, что есть. Вы все время панику наводите. Из любой позиции выход очень простой. Надо. Вот сейчас выступает одна там, она какой-то тоже занимает. У нас, говорит, войну было только одно надо, другое мы не знали. Надо. И пятилетние по полям вырывали осот, руки в крови были. Надо. Фронт. А мы себя расслабили. Сюда. Нету. Иду. Все, пока все есть. Я больше. Так, вы все поели? Мария, поел? Так, кто не ел еще? Как успехи, Егор? Как успехи? Здесь. Вот такие билеты не наелись, а
траву едят. Перешли на подножий корм. Надо. Я вижу, траву едят. Ты на землю сел, дружок. Все, отойдет. Ты вот понимаешь, ходят дежурные, ты ничего не можешь никак понять. Они тебя сталкивают. Ну отойдем туда, где люди стоят. Иди оттуда. Ты поел. Позвони мне. Дежурный вокруг тебя ходит. Не трогай траву. Поцарапаться можешь. Игнатика, вот посоветуйте, у них 2 годика мальчик. И вот На людях, а она там, на стадионе, она может сбой дать. Да, да. Ну вот. Это примени, так маленькому. Он еще совсем маленький. Интересно, я даже за руки взял, а то стою, руку протянул, у меня в руку вцепился, не на шаг от меня. Я такой, как вот, подожди, мне тут надо разгружать. Никаких руку, так крепко держится. О, наелся, засытай? Да. Наелся. Мы должны помнить, как нас Господь вывел из плена. И тут мы были. Мы радовались. Это все наслаждение наше. Посмотрели? Как все красиво. Вальтер стоял под этой закрытой крышей. Это вот яма там, клей убрали. Все подмазывать надо. Это кухня большая. Там вот там выше шалаш на 30 человек. Вот что мы его столько делали. Не пропускает воздух. Не совсем нет. А вверху мы там заложили целлофаном, а целлофан сгорает на солнце, и мы сверху разными тряпками. Сейчас была буря, даже не вышли. Там рыбий стоит. Но ночевать не решил. Потому что надо быть там. Потому что всякое хулиганство. Боязни, днем занятия идут, все туда, значит, приезжают корреспонденты, они туда просят. Можешь посчитать? 17. Правильно. Сколько лет ты дрессировкой занимаешься? 17 лет. Молодец. А то это не Никогда не ныть, ничего не бояться. Мы, говорит, сильные стороны переможем. Так себе человека там говорил.
колов. Все, видишь, у тебя руки чистые, согнулся, ничего тебя не убыло. Нормально все. И каждый раз, как только еще не так сделаешь, сразу улезь и начинаешь рвать ее. Она виновата, что тебя не пороли в детстве. Холодно? Верно, три глаза. Мама маленькая. Врачи ничего не говорят. Нет, это она и родилась маленькая. Попала. Могу тебе подарить. Как тебя звать? Лиза, да? Лиза, у нас сколько Елисаветов? Три Елисаветы. Елисавета первая, вторая, Елисавета третья. Вон Елисавета сидит. Да не. Вчера на костре. Ну так, теперь Никите надо дать задание, как это все перебазировать. Пока сейчас поедят в палатке. Сейчас я спрошу. Никита, ты сам что уберешь? Так, кто поел, идите на молитву. Светленький, да, как? Остальные не торопитесь, ешьте, не торопитесь. На молитву. Так, а где мои помощники-то? А, ну-ка давай сюда. Ну, конечно. Данила, сюда или советую сюда. Давай сюда рядышком. Шапочку долой. Вот так. Или совет, иди с этой стороны. У меня самые маленькие стоят слева и справа. Они меня охраняют, а я их. Господи, давай помолимся. Господи, слава тебе. Да будет благословенно это место. Ты нам напомнил о днях скорби и печали, как ты нас сохранял. Как множество людей ты объединил в молитве здесь и за рубежом. Слава тебе. Сохрани нас здесь от всякого зла. Благослови этот Роспотребнадзор, который помог нам иметь намного лучше по твоему благословению. И желающие причинить вред народу твоему, они посрамлены, а не народ твой. Слава тебе, хвала тебе, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Так, хлопцы, походим, походим, походим. А что означает? Домой, пешком. Ура! Можешь веточку сломить какую-нибудь, сесть сверху. Спаси Христос, сестры! Ура! Спаси Христос! А вот и не советую. В этой куртке в кармане. Можно траву пособирать? Так, все, все, домой, домой сейчас. Все убираем. Обедать больше не будем. Мы один раз только будем обедать. Лешку там привезите как угодно. Надо маме лизиная. Ты палатки сейчас встряхни, можешь с Виктором отправить. Витя, я поехала. Все, мы поскакали. А что вы такой некрасивый? Нет, это крапива. Это красивая? А главное не красота, а главное сила. Коня. Мама, слышишь, Маша, собирайтесь с Лизой в баню, идите. Хорошо. По пути. Следующего года. Вот у тебя опыт, дочка, хорошо все устроили. И пошире сделали. Ну, и доски все развесили. А как тебе тут сестренка? Я тут полежу, закройте меня. Лопаты-то заберете сами. Не, давай до видео. Да это увезете, наверное, там не надо их, не надо. Картина. Не пойду. Картина какая? Сфотографировать его на облаках. На фоне облаков сфоткать.
фотографию сделать? Фотографию, а где фотоаппарат-то? Не взяли. Так, постой. Против солнца, да? Да, да. Не будем туда, где-то там сложно, где траты знают, там туда же. А вот отсюда, наверное, еще может. Нет? А возьми, Владимир, тоже. Мы оба, что ли, стали? Молча. А, вышло на этом ничего. Всё. Включай. Что-то тут такое, не убрали они.